Ну а прямо сейчас мы переходим к кольцу. Конечно, как же мы приобрели уже серьги, как же без кольца? Кольцо также носит название «El Corazón». Сердце мое, сердечко мое. Это по-испански испанское название, испанская тематика. И точно так же. Кольцо исполнено в романтической эстетике. Посмотрите, как будто сердечки переплетаются друг с другом, оформляют ажурное колечко. По центру идет зигзагообразная линия с алмазной насечкой по серебру. Для кого это колечко? Ну, конечно же, для утонченной женщины, для той, которая хочет выглядеть изысканно и неповторимо. Если это вы, заказывайте кольцо El Corazón. Размер есть от 17 до 20 с половиной, и это кольцо идеально садится на пальчик. Уникальный дизайн. Смотрите, какие сердечки, какая нежность, какой ажур. Ах, мужчины! Кстати, мне подсказывают, что кольца заказывают не только женщины, но и мужчины. Это прекрасная возможность рассказать о своих чувствах, признаться в любви, рассказать о своих намерениях или просто рассказать о том, что вы, что для вас ваша избранница единственная и неповторимая, чудесная, женственная и милая. Заказывайте кольцо El Corazón, сердце мое по-испански. И, конечно, это украшение никогда не выйдет из моды. Ажур и классика всегда остается в моде. Если вы цените классику, если вы выбираете для себя классические украшения, если вы давно искали кольцо, которое будет издали заметно и в то же время легким смотреться и воздушным за счет своего дизайнерского исполнения, то вот оно, кольцо El Corazón. На среднем пальчике нашей модели Елены вы видите ажурное кольцо El Corazón. Его вес более 4 грамм. Представляете себе? Более 4 грамм, не грамм, не полтора, а 4 с лишним грамма драгоценного серебра в позолоте. Если вы боитесь, что не успеете записать или какую-то информацию не запомните про это колечко, возьмите, например, свой телефон. Сейчас многие телефоны оснащены фотокамерами. Просто сфотографируйте с экрана, и тогда у вас будет и номер лота, и название кольца, и цена его, и размеры, и, конечно, наш бесплатный номер телефона. Сделайте снимок прямо с экрана и дозванивайтесь. Наши операторы ответят на все вопросы, но прямо сейчас я снимаю колечко и буду его примерять. Я уже примерила его перед эфиром, а это значит, вы знаете, серьезно хочу сказать, что мне нравятся крупные украшения, но я выбираю крупные украшения, которые не добавляют тяжеловесности образу. В этом кольце огромные плюсы. Плюс в том, что кольцо заметное, но оно ажурное.